Фу. Да. Конечно, я могу прислушаться, могу не прислушаться, но все-таки мне интересно, кто что посоветует. Что же сделать? Интересно, интересно. Да, блядь. Так, ну, что ж. Итак, товарищи. Сейчас идет время. Блин, какое имя-то? Итак. Вводим в чате то, что написано на экране. Желтое это у нас Fallout. Синий это Dark Souls. Я не знаю, почему она не пропечаталась в названии. Чё-то фигня какая-то. Видимо, что-то я неправильно сделал. Надо заново быть. Или другое. Пишем. Я жду. А сейчас никто не напишет. Ой, да. Никто не напишет. Чё, никто не пишет? Вся активность пропала в чате. Да что ж такое-то? Итак, никто не проголосовал. Интересно. Вот такая у нас активность в чате. Ладно. Что же ж. Раз никто не хочет голосовать, ну и ладно. Ну, проверили активность, что же. В общем, кто смотрит, но я думаю, все равно толком никто ничего не услышит. В общем, на данный момент... Да, надо закрыть этот чертов... Браузер, он слишком большую нагрузку дает. Скройся. Так, сейчас более-менее. Да, ну ладно, я это самое, как его, не обижаюсь просто. В общем, такая маза. Есть два косаря. Есть выбор между Fallout 4, Dark Souls и чем-нибудь еще. В общем... Кто чё посоветует? Я слушаю мнение желающих. Еще раз повторяю. Есть два косаря. Есть выбор купить Fallout 4, либо Dark Souls 2. В общем. Или что-нибудь другое. Что именно? Вот просто. Просто я хотел кинуть один, но... 200 рублей я не могу добавить, я кинул 2, и поэтому у меня сумма стала больше, и выбор стал больше. Ну, блин, эти предзаказы, знаешь, по какой цене должны быть? По рублю тогда уж, тогда. 2000 сразу за один предзаказ. Точнее, за все предзаказы сразу. Ну, нафиг. В общем, пока собираюсь с мыслями, готовлюсь к этому чертовому прохождению босса. Потому что это, блин, вообще писец. Я не знаю, как я пройду. Мне надо донести сейчас мелкую форму. То есть, подбодрите меня. А, никого нету. Кто меня подбадривать будет? Ой, некому. Ах.
подбадривать. Аж даже захват не работает. Да ладно, давай уже допроходи. Подожди, я боюсь. А вдруг не пройду? Ой, иди нахуй. Ладно, все, сейчас, подожди. Где дракон? Ой, блин, капец, это ж... Castlevania на Nintendo 64. А, Legacy of Darkness. Да. Играл я в нее. Такая интересная. Fallage выйдет в ноябре вроде как. В октябре. В октябре. Ну там остается еще месяц. До его выхода еще сколько-то недель. В общем, поехали сейчас я. Castlevania Legacy of Darkness on Radio Gameplay. Ну вообще не советую часто делать предзаказы, это может. Цена может поменяться. Не, просто это. Иногда предзаказы дурно заканчиваются. А иногда хорошо, например, как с Ведьмаком. Вот это был мой самый выгодный предзаказ из всех. Коллекционки — это хорошо. Кстати, тут был, когда на выходных водили нас интерес. Смотрел коллекционки. Там стояли такие же коллекционки с Assassin's Creed Unity, как у Дэн, только фигурки другие все. Нет, коллекционка по всему та же. Только вот только фигурки вообще другие. DuckTales Remastered on Radio Gameplay 8-bit Story. Ну хрен знает. Стоп, ты же распаковывал Assassin's Creed Unity коллекционку, фигурка там внутри была с этим, с ассасином, который с флагом был, с мушкетом вроде. А, это просто коллекционная фигурка была? А, это были. Хер знает, обычно коллекционки же заранее оговаривают, что в них есть. Но там был, по-моему, с игрой все-таки шло. Там именно коллекционные издания были на чеке, наверное, написаны. Видишь, это сзади? Сзади вот это справа, она сейчас может выстрелить. Окей.
Фауда, надо написать историю в картинках сегодняшнюю, а то я пропустил. Это Dark Souls. Ух ты. Я не видел. А. Почему-то микрофон отключен, черт возьми. Дракон говорит, а меня не слышно. Вот это да. Вот это классно. Ладно. Блин, ну ё-моё, так хорошо шел, вот практически долетел. Так и знал, что запарюсь. Так и знал. Ладно. Постараемся, попробуем. Помучаемся, может, что получится. Но не факт, блин. Не факт. Блин, черт ударил. Ладно, сливаюсь. Sega. Top Gear 2 – продолжение гоночного симулятора для одного или двух игроков от Gremlin Interactive. Игра была портирована в 1994 году с приставки Super Nintendo на Sega Genesis. Что? По сравнению с первой частью, кто-то стала более еще в 2000-х годах выпускал, официально выпускал игры на Super Nintendo. В 2000-х году. Видимо, в 2000-х она была еще популярна. Но тогда уже вторая PlayStation как бы подходила. Уже головка показывала. Ну фиг его знает. Компьютерные соперники сильно сдали в мастерстве и на трассе находятся в основном в качестве статистов. Ведь по большому счету вся гонка сводится к борьбе с самим товарищем по геймпаду. Или вот, во время гонки вы можете выбрать что-то одно, или музыку, или звуковые эффекты. Но кто бы отказался от хорошей гонки под рёв мотора и визг шин, да еще и под очень хорошую музыку. Кстати, о музыке. Группа из четырех композиторов написала отличный саундтрек. Правда, мелодию можно было бы подготовить и больше четырех, учитывая... Вы пойдете ревут на площадке. Слушаем одну из мелодий. Top Gear 2 на радио Gameplay. Каждый день. Надоели. Ну, дети. Что ж, что поделать с ними? Они такие. Я таким не был. Я тоже не был. Но дети разные бывают. Он конкретно эти очень бесит. Top Gear, да, 2. Про нее даже сейчас целый обзор дали. Точнее, этот самый, как его. Целое описание. Top Gear, конечно, крут. За передачи, которая, да? Чё? Передатчик. Передача Top Gear. А именно, передача Top Gear. Но это играл музыку. Сейчас играет музыка из игры. В данный момент. Она сделана по. И передача тоже. Не, передача тоже. Только непонятно, что там сейчас происходит. Ну, после ухода из нее Джереми, я думаю, она потеряла свой смак, если уж так-то. На то пошло. Блин! Поторопился, черт. Поторопился чуть-чуть, поторопился. Поторопись-ка? Да, поторопись-ка. Ну и все, скорость потерял, не можешь бежать. Да. Не, от него можно уйти, но это очень постараться надо.
От него надо находиться где-то на одном шаге вперед. Хоть он и быстрый, но от него можно уйти. А на один шаг вперед от него невозможно быть. Ты быстр, но я быстрее. Да. Просто была бы у меня сейчас мелкая форма и прокачанная полностью, то я бы эти бумеранги отбивал в два счета. Плюс я бы ему наносил обычным ударом, незаряженным, урон полностью, полный урон. То есть можно и не заряжать будет. Да не жрал я спиды, господи. Бежам, я скорости не чувствую этого дракона. У него ее нет. Да, я не чувствую дракона. У тебя ее нет, этой скорости. Я не чувствую скорости. Ее нет. Давай, пижама, которая смог. Да я смогу, я смогу! Это возможно, я ее проходил. Хоть и со сейфстейтами, но хоть с 20 раз перезагрузки, но я прошел ее. В сумме я сделал 40 перезагрузок. 20 раз, когда летел к нему, 20 раз, когда у него перезагрузился еще. Я практически весь путь повторил, который я сделал, когда летел к нему, за эти 20 сейф-стейтов. Но вот слился на этих башенках. Гугл надо мной издевается. Че это он издевается над тобой? Не может выдать мне обложку Wizardry Gaiden 4. Нормально. Блин, куда ж ты полетел-то, гнида? Гнида синяя. Знакомый заиграл на радио геймплей, надо посмотреть. А может, не знакомый, просто что-то где-то слышал. Капитан Цубаса, суперстрайк, суперстрайкер, точнее. Кстати, как-то я запустил капитана Цубасу, когда проверял аркей. Как глупая игра. Проходи драконов, иначе майор Уинфред Пейн придет к тебе. Поскорее бы. Поскорее бы пришел? Да. Блин, уже пятый стрим, и ничего не получается с первого раза. Блин, я... Жалуюсь, что у тебя пятый стрим. Я заебался смотреть, как слоу проходит саны этот... Кого? Хексагон. Хексагон? Да не Хексагон, как это называлось, у него хрень последняя. Этот, как его, блин. Для Atari-то. Для Atari, не, сейчас скажу. Темпест. Темпест, да. Я заебался смотреть, как он Темпест проходит, серьезно. Тебя я хотя бы смотреть приятно. Дракон? Потому что дракон? Потому что вот как-то игра красочная, хорошая. Ну да, тут... Да по идее все шмапы можно смотреть, но... Блин. Но играть не головная боль. Да. Я не люблю шмапы. И засунет тебе твою ногу так... Так далеко в задницу, что влага с подошвы будет тут удалять твою жажду. Господи. Дэн, перестань смотреть майора Пейна! Ублюдок! Там всего-то один фильм. Он может его пересматривать раз по 20.
Хотя, может быть, у него ритуальный просмотр каждый день. Да. Каждое утро просматривает по 5 минут фильма. Можно же порциями, или как это называется, этими самыми, как его. Как капельницу на ночь там ставят. Вот так вот. Майора Пейн, пока если что-то его любимый кетчуп. Да. Блин, а если вот лететь с зеленым здесь, не знаю этой шутки. Я не знаю этой шутки, да. Я смотрел последний раз Майора Пейна где-то, ну, давно смотрел. Может быть, это не из Майора Пейна? Да, скорее всего, оттуда. Ну, судя по манере, конечно, да. А вдруг нет? Думаешь, это Дэн придумал? Нет, я думаю, что это не Дэн придумал. Когда Дэн придумывает, у него уходит более изящно, что ли. Сейчас, подождите. Дайте собраться с мыслями. Так, господи, сюда зеленая форма надо тащить. Да я знаю, но может синий получится. Кто знает. Ну, что-то слабо получается. Или там парень, который может все на улице. Может все? Может все. Я уже его боюсь. Он ломает качель? Слушай, может быть. Дэн, я не отрицаю. Может быть, бычий хер. Все возможно. Течет любимый кетчуп, господи. Куда он течет, этот кетчуп? Да, ты не видел вчера. Жалко. Как он и Сома орудуют этим агрегатом. Я видел, это страшно. Я против них в PvP не пойду. PvP или PvP, да? Не, PvP или бычьим хером, да? Моя собака зарычала. Нет, вообще я реально против них PvP магом именно, потому что если я научусь ворачиваться от этого их. Ну они махнули, ты это самое, как его. Да там от этого маха, на самом деле, если знать, куда уворачивается, очень легко победить, на самом деле, в PvP. Блин! Блин, блин, блин! Если не зассал, конечно. Они со своими перекатами, с этим штукой, как говно проруби, они от моей магии не вернутся. Mm-hmm. Поэтому именно такой PvP. А там же магию, по идее, можно любую выучить, или только там вот этот вот стрела душ. Там есть набор магии. Mm-hmm. Ну как, в смысле? Там есть волшебство. Ага. То, что я изучаю. А она вся синяя такая. Mm-hmm. Есть пиромантия. Моя магия основана на интеллекте. Mm-hmm. Пиромантия основана на часть интеллекта, часть веры. Есть чудеса. Она вся желтая. Она основана на вере. А есть темная магия. Она нас тоже основана на вере и на интеллекте. Вот темную магию пока качать не буду. Вон, Дэн говорит, что он уворачивался от преследователя, как мешок с говном. Да-да-да, мешок. Говно прорубили в мешок с говном. Я знаю этот стиль, я его абсолютно всегда избегал. Я говорю, даже когда собрал сет Хавелла, ага, щит Хавелла, они очень тяжелые, говорил. И вот драконий зуб. Я вот болтался как говно проруби, пока не надел два кольца. Кольцо ага. Хавелла ага. на поднятие доспеха. И кольцо, не помню, оно короля что называлось тогда, в той части первой, там дает выносливость, здоровье и поднятие веса. Только тогда минимально нормальные перекаты у меня были. Дэн, это ты от преследователя уворачивался, увернись-ка от моей стрелы душ.
Особенно сейчас я обменяю душу стража на саму надящуюся большую стрелу душу, и вообще хрен увернешься. А у тебя какой щит? Просто ни один щит 100% не защищает от магии. От самонаводящейся магии, да? Отлично. Блин, коснулся, черт. Можно сворачиваться. 100% защищает от любых вещей, только магически зачарованный щит. Ну, то есть у меня будет скоро магия на щит надевать. У меня там 100% будет защита от всех стихий, волшебства. И... Так, ну сейчас-то должен быть Just Do It, нет? Зеленого затащит, будь тебе Just Do It. Ну хрен его знает, там еще надо уворачиваться зеленым, умеючи. Я не факт, что я его увернусь и буду держать его. Да, ну мы можем сходить в PvP проверить мою теорию. А чё нет? Все равно потом будем это, да, вместе, в одной лодке. Все равно потом это, когда раскачаемся далеко-далеко, где уже нет игроков других. И будем вторгаться друг к другу в качестве красных фантомов. Ради прикола, да? Ну да. Ты зачем его ударил? Так, по приколу, да? Ну, кстати, я подумал о том, что, например, если рассматривать вариант, чтобы все пять были в одной игре, ага. То есть, если у нас было бы семя с дерева гигантов, ага. Которое позволяет красному фантому убивать мобов местных. Угу. То есть, как союзникам можно выступать. Но да. Мы все равно можем дамажить друг друга. Все равно надо играть аккуратнее. Чтоб друг друга не трогать. Да. Ну, на то я и маг. Я-то вряд ли смогу. Ну да, у тебя же самонаводящая стрела будет. Да, и столько я не буду стоять прямо за спиной. Так, сейчас. Сейчас соберусь. 2 секунды. Сейчас откалибруюсь. Ой. Опа, откалибровался. Так, ну что ж. Попытка номер 2. Так прикольнуться. Договориться, типа, да, я красный, но типа я помогаю, да, там. Распылил эту хрень. Приходишь к боссу. И всех положил, да? Знаешь, такой, почти босса уже убил, да? Ага. Там. Вас двое, и ты такой сзади бэкстеп такой. Нож в спину такой. На! На самом деле будет очень смешно. Все скажут, ах ты лорд, ах ты лорд. Иуда. Да. Ах ты еврей. Ох, ты сразу 3 активировал, зашибись. А рука зачесалась, рука зачесалась. Так, все, стоим на месте. Не дергаемся. И опять же, самое прикольное, это то, что... Да-да. Обычно, я так посмотрел, в Dark Souls, в PvP, ага. Вступает что-то вроде камень-ножницы-бумага. Тяжелого обычно может завалить маг быстро. Ага. А ловкача... Ловкач... Но это если все одинакового уровня рук, скажем, может завалить тяжелый, но маг не сможет завалить ловкача. Mm-hmm. Ну ты понял, да? Ну да, да. То есть лучника маг не сможет завалить, так сказать. У лучника стрел больше. И они быстрее летают. На ловкач, который там. А, то есть с кинжалами, да? Налегке, но в ближнем бою. То есть с кинжалами, так сказать, и все остальное. Привет, белазист. Привет, белазист, да. Вот. Но, если у тебя руки прямее, чем у остальных, то самый крутой стиль — это ловкач в PvP. Потому что всегда заходит за спину, всегда делает бэкстеп, всегда. И вот не поймаешь ты его.
Если только он сам ошибется, и тогда, конечно, можно даже тяжелым все говно выбить. В общем, в основном все зависит от прямоты рук. Ну, согласен, прям как у меня. Прямо сейчас. Да вообще в Dark Souls больше всего зависит от прямоты рук, нежели от всего остального. Ай, блин, нога трясется, нога трясется! Черт. Отлично. А, ну да, понятно. Кстати, над этим уже угорали. Че именно? Я не там вижу. Там Снейк целится... В глаз? Ну как, целится с правого глаза, где у него глаза как бы нет, и повязка. Ну, так он смотрит этим левым глазом. Блять, он прицел подставил. А, я вижу, у него глаз закрыт, все вижу. Ладно бы это делал в четвертой части Solid Snake, у него там вместо повязки там камера. Ну, ну да, у него там специальный прибор был. Сложно сконцентрироваться. Блин, аж ноги трясутся уже. Невров не хватает никаких. Качай голосок, здесь только двое. Здесь пижама и лорд. Да, пижама и лорд. Товарищ Пижамиус и товарищ Лордиус. Мы уже на латыни заговорили. С этой игрой не только на латыни заговоришь. А, блядь! Как говорить на латыни? Легко, каждому слову добавляешь окончание «ус». Слушай, до конца сливаешься, да? Ну я не знаю, сейчас попробуем, но не вариант. Вот чуть-чуть, вот обязательно вот где-нибудь да надо запороться, вот. Писец. Надо запороться. Чё за фигня? Чё за закон подлости такой? Синдром стрима. Может быть ещё и синдром стрима. Не, ну я еще факт том, что я доходил туда-сюда с этими, с релоудами, а тут-то не загрузишься ни хрена. Конечно. В этом суть тренировки. Я натренировал проход этих уровней. Все натренировал. Нет. Не получается. Да ну глазить, пусть паникует. Нормально. Будут паниковать, будут нервы. Будут нервы, будет реакция. Ну. Лишь бы не суетился, правда. Так, один удар по мне. Теперь надо как-то аккуратно уворачиваться от бумеранга. Более-менее-то я знаю, как от него уворачиваться, но... У меня... Ощущение... Ощущение чего? Что серия игр о Wizardry про рептилоидов. Может, серьезное такое ощущение. Может так и есть. О, WrestleMania Arcade на радио геймплей. А я не играл ни в одну. Сейчас играет музыка Шона Майклза. Я сделал его! Я сделал его! Я сделал его! Я сделал! Я сделал его! Стоило отвернуться? Witcher Wild Hunt. Или Dragon Ball. Да. Да. Чёрт, я сделал! Я сделал это! Ой, господи! Да. Ты освободил тень. Ой, господи.
теперь фея будет секретным боссом. Лучше бы она им не была. Я ж с ума сойду. Сделайте кто-нибудь скриншот этого дела. Ой, господи. Да, я прошел ее. Да. Да. Я сделал это. Да. Поздравляю. Выбирай теперь следующую платформу, что там. Вторая попытка, подожди ты, дай хотя бы составку-то посмотреть, я ее не смотрел. Я хоть ее прошел в этой самой. В режиме сохранения, да я так и не посмотрел. Ну, следующая у тебя платформа такая. Либо в жопу, либо в рот. Это турбо. Это какой-то из компьютеров, да? А, нет, про. Там дальше Sega. Sega CD? Нормально? Или в жопу, или в рот, это Амстрад. Амстрад. Фух, господи. Ой, господи, спасибо тебе. Спасибо тебе, что я потренировался на этом ублюдке, а. Спасибо, что я... Господи, просто спасибо. Ой, господи, ой, замечательно. Какой хорошо-то, а. Ой, как хорошо-то. Фух. А ты уложился? Во что? В 20 минут? В расписание. Нет, у меня расписание там до 8 часов. Ой. Давай продолжай. Ну я думаю, сегодня будет. Чего? Demon Souls. Точнее, Dark Souls. Почему не будет? Что за фигня? Почему решили отменить его? Мы сегодняшний на вчера перенесли. А, вы решили передохнуть, да? Вы решили передохнуть, значит? У нас теперь, по-моему, только на следующей неделе получается. Нам код. Вот. Ой, правда, нам код. Вот кто придумал эту чертову игру. Это нам код. На самом деле... May this now be the future our planet. Нам код. Фьючи. Надо оставить это самое, как его, лепту. Написать все-таки У. Г. Сома. С. Все, end. Видите, там буковка end есть. Молодец. У меня предложение. После работы. По поводу Dark Souls. И Дэн его уже почти озвучил. Давайте ограничимся хотя бы до часу ночи все наши посиделки. Ну потому что, ну, пиздец, реально. Реально невозможно. Ну да. Это, так, конечно, ночью бодро идет. То есть, как сидим, играем хорошо. Да. Потому что, ну, вот на утро это не очень хорошо. Я помню, Дэн хотел розового дракона. На, получай розового дракона. Это зеленый все еще. Все еще красный. Ну, это такой розовый. Не знаю, как еще добрать. Можно поднастроить, но вот просто в этом, в темноте, на другую карту, точнее, на другой. Наконец-то можно, не, можно выйти на улицу погулять, о. Дэн, вот, отличное предложение, отлично. Вообще, я думаю, так и надо было изначально делать. Протаскиваем всех боссов, хотя бы первых, там, не знаю, четырех, там, следующих, на офлайне до глубу, а потом все тащим тебе. Только проблема в перегрузке душ у нас будет, наверное. А может быть? Ну, что-то похожее на розовый, сиреневый пусть будет. Ладно, так, надо включить этот самый, как его. Так, где калькулятор душ, да, я еще раз посмотрю. Остановить все загрузки. Срочно, а то они напрягают. Так. Сразу высокая нагрузка пошла, зашибись просто. Я сейчас. Блин. Вот это нагрузка, 2000 прям аж. Невозможно просто. Давай, выбираем под звук из контры. Итак, что ж, вот у нас выбор нормала. Чё у нас идёт? TurboGrafx, Sega CD или 32X, либо.
Так, чё я не хочу на Sega CD? Я не хочу червяк Джим. Давай. Дай мне, пожалуйста, на Sega CD не червяка Джима. Zaxxon Mother Base. 2032. В общем, чё-то выпало. Ох ты, нас подслушивают. Сома. Сома, ты теперь можешь говорить хотя бы? Ну, не совсем, а то, думаю, шум был, пока тишина. Привет, кстати, всем. Привет. Ну, чё ты скажешь? Итак. Да, что Zaxxon, ё-моё! Я вот Zaxxon, знакомое название, и вроде игра, если, конечно, она не отличается от моей версии, там это бесконечная игра. С усложнением по каждому кругу. Mother Base? Но ему один круг, значит, пройти еще. Ну, мне кажется, что-то будет такое, значит. Ну, если название изначально, по крайней мере, такое же, то, скорее всего, оно будет то же самое, только просто в графонистее. Последний с тем, что у меня было. Ну а на 32. Белазист, не говори по-эльфийски, я не знаю. Эльфийский. Это что, опять шмап, только теперь вертикальный? Ну как, он больше не вертикальный, он это больше. Изометрический. Изометрический, да. Там с разными этими, как видами. Господи, изометрические шмапы самые плохие. Ага. А по поводу того, что в чате писалось. Вот то, что типа Ганс хотел убить своего этого преследователя, типа, который в Междумирии, типа, ходил он. И то, что я, типа, написал, что пойду, позабираю просто предметы это и просто пособираю предметы, которые не собрал на стриме. Вот в этом моменте и ДНТ это. Ой, Грей написал, да вы уели всем здесь мирно ждать стрима. То есть Грей это, да, я говорю, был в штыки, то есть против. А вообще, я предлагал, что... Ну вот на самом деле, вот как мы в офлайне, ой, в онлайне убивали все дружно преследователя поодиночке там у себя. Вот это надо было делать в офлайне, потому что на стриме это нахрен. Вот именно. То есть просто потеряли время на стриме. На самом деле он делает. Такие вещи, которые можно делать в офлайне, лучше сделать в офлайне. А вот, например, это... Пижам, тебе там экран моргает, вырубен. Да, я поменял уже. Понял свою ошибку. Но как альтернативу предлагаю еще такой вариант, чтобы просто брать и немного вперед проходить тем, которые будут помогать все-таки, как мы сделали в самом начале, взяв мелки. То же самое надеют просто буквально на костер на два идти вперед до стрима. Чтобы потом просто уже идти это. Вместе с тем, кто стримит. Угу. Ну, Дэн, объясни, чего просто... ты... Пусть Дэн объяснит, что он хочет. Он же стримит. Да. Альтернативу можно было предложить бы еще это, типа... Каждый стрим... Мы же, в принципе, проходим все вместе, и это... А, че я ее скачал, она у меня каждый проходил бы по очереди на стриме. В смысле, каждый по очереди стримил бы, но... И у каждого интернет позволяет. Не, нафиг такое. Заебемся. Так, значит, пускаем Sega Mega Drive. Еще один голос. Белазист Сома. Да. Все что. Ну, Белазист, видимо, не привык еще к нашим голосам. Да, ну ты тогда сформулируй мысль, напиши либо в чате, либо в конфиге. Ладно, так, ну что ж, наверное, я все-таки немножко сейчас приостановлю стрим, чтобы следующий стрим начать. И... Давай. Понеслась. В общем, для этого стрима всем пока. Мы запустимся в другом стриме сейчас.